Весна начнется с джаза. В Самаре в режиме видеоконференц-связи обсудили подготовку к ежегодному фестивалю «Джаз-весна», который стартует в марте. В этом году он пройдет 6-й раз. Горожан ждут сюрпризы. О них рассказал по скайпу худрук фестиваля известный джазовый пианист Даниил Крамер. К примеру, к музыкальному празднику присоединятся молодые самарские джазмены. Они выступят на разных площадках города уже в феврале. Услышат самарцы и маститых российских музыкантов Армине Саркисян, Александра Ростоцкого и Андрея Красильникова. Для космонавтов, под эгидой худруководства. Так что у нас там будет самые различные стили. И соединение джаза с романсом, это будет то, что делает Армине, и видеоинсталляции, и чистый современный джаз, это то, что делает Красильников. И, конечно, ритм и блюз, это то, чем занимается Джоуи Моран. Так что, я думаю, скучно не будет.